По традиции, 15 февраля на площади Маргелова в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу рязанцам, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Эта дата приурочена к 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч советских военных не вернулись после этого вооруженного конфликта. Глава региона Николай Любимов отметил, что рязанские воины всегда и везде проявляли мужество и отвагу, героизм и честь. И сейчас россияне продолжают показывать себя с лучшей стороны. Сегодня наши солдаты находятся в Сирии, где достойно выполняют свой долг. Их вдохновляет самоотверженность тех, кто прошел Афганистан, Югославию и другие горячие точки. Мы гордимся героями Отечества и всегда будем помнить их подвиг. Слава нашим героям! Слава российской армии! В памятном мероприятии приняли участие представители власти, силовых структур, ветераны войны в Афганистане и других локальных сражений, члены семей погибших при исполнении воинского долга, боевых действий, их родственники, а также военнослужащие Рязанского гарнизона, представители вузов и общественных организаций. В ходе мероприятия был совершен молебен, и собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Памятнику воинам-рязанцам, погибших в локальных войнах, и вечному огню были возложены цветы и гирлянда воинской славы. Был дан троекратный оружейный салют. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».